Итак, всем привет. Сегодня рассмотрим такой пример. Побежала у меня такая грандбукса поворотная, в полоборота. Побежала, я ее решил отремонтировать, не идти покупать новую на базар, которая стоит сейчас 50, может, не знаю, 40. Я решил ее отремонтировать. Пошел, купил ремкомплект. Ремкомплект стоит 2 копейки. Ну, грубо говоря, 5 гривен. И решил поменять его. Покажу, как я это сделал. Ну, снял сам кран, сами понимаете. А замена его вообще никаких вопросов нет. Нам надо достать всего лишь вот эту резинку. А здесь вот такие у нас две поворотные части. Вот из чего стоит эта поворотная кранбукса. Затем я вставил, это уже новое у меня, вставляю обратно таким образом. Здесь такие две выемки, и там есть две выемки. Так, вставил ответную часть. Тут с пазиками тоже не ошибетесь. И резинкой прижал. Самое главное, чтобы когда вы закрутите грандбуксы, чтобы оно вот здесь вот плотно прилегало, вот эти две части плотно держались. Тогда кран бежать не будет. Итак, пойдем проверим мою грандбуксу. Сейчас я ее поставлю на кран и проверю. Итак, грандбукса на месте. Вот это была у меня горячая вода, побежала. Сейчас, как видите, вода не капает, все отлично. Открываю полоборота, закрываю. Здесь покажу. Открываю, закрываю. Все работает, все дешево. Не надо лишних денег переплачивать. Итак, кому видео понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока, до новых встреч.